Здравствуйте. Вопросы, любимые. Как же изменить крик души? Как же изменить эти убеждения? Все понимаю, но, похоже, мозг не верит или все время сомневается. Пробовала менять убеждения по тренингу Алоники Добровольской. Не получается пока. Может быть, нужно время или другой способ. Ну вот способ, да, либо берешь убеждение и меняешь его, работаешь над ним. И изменение убеждений – это работа. Вот представьте, вам 20, 25, 40, 45, 50, 55, да, там 30 пропустила, 35, 30. Вы прожили 40 лет с одним убеждением. Вот такое оно. И за 5 минут вы хотите его поменять. Так бывает, потому что скорость изменений зависит от нашей карты. Вот, кстати, девушка прислала, спасибо ей за обратную связь, вот такую интересную историю. Где-то в июне я ответила на ее вопрос, у нее были сомнения, переезжать ли за границу или остаться, потому что она хотела, мечтала, но как только хотелки мечты превратились в намерение, наконец-то, появилась, по-моему, в Украине девушка жила, появился парень, и она его полюбила, и она говорит, вот тут и любовь большая появилась, и, в общем-то, какую-то работу, по-моему, предлагали, тоже хорошую. Что делать? Уже настроилась переезжать, а вот тут и любовь, и работа, и, в общем, все вроде бы к тому, чтобы остаться. Я в своем видео ответила ей, что любовь, ну, как бы, парня, и вы и здесь найдете, и там найдете, и в другом месте. В общем-то, парней много. А если есть желание, если душа зовет уже, и если есть намерение, нужно следовать зову души все-таки. Потому что вы у себя одна, а парней может быть много. И девушка услышала ответ, и как она написала, она услышала вот эту фразу, что парней, что любови много. И она говорит, я взяла себе это убеждение, оно мне понравилось, я его взяла себе. Я пожила с ним какое-то время. И вот я встретила свою любовь тоже за границей уже, да, где она была как раз, хотела осуществить свое намерение, была в сомнениях. Встретила свою любовь за границей, и, в общем-то, она осталась, и сейчас делает документы, все хорошо. То есть к чему все это? Значит, девушка с удивительной картой, немного есть таких людей, у которых скорость изменения, она просто мгновенная, вот что-то там услышали, понравилось, взяли себе и все, хоп. Все-таки в большинстве случаев вытаскиваешь это 40-летнее, 50-летнее, 20-летнее убеждение и начинаешь с ним работать, а это требует времени, как всегда. И, конечно, мозг сомневается, потому что фильтры у него настроены так, да, там... Ну, что такое взять? Ой, не знаю даже. Все мужчины сволочи, может быть. Ну, вот такое, да, например. Все мужчины сволочи. И он подкидывает вам всю жизнь примеры, что да-да, подтверждение. Да-да, хозяйка, ты права, смотри, они все скоты. И показывает вам скотов. Или показывает хороших, но вычленяет именно их такое безобразное поведение. Когда вы меняете фильтры, да, то есть наши убеждения – это наши фильтры, и вы говорите, да нет себе, есть порядочные мужчины. Конечно, мозг сомневается, говорит, хозяйка, у тебя все хорошо? Мы 30 лет жили вот с таким вот, да, я работал на тебя и показывал тебе вот эти примеры, подтверждал, что ты права, права, хозяйка, ты права. А сейчас ты говоришь, что нет, ну как же быть? И он начинает возвращать, нет, смотри, точно? Да? Точно ли? Вот смотри на него, опять бросил 5 детей. Не сволочь ли он? И так далее. То есть относитесь к этому. Это нормально. Вы учитесь ходить. Это нормально. Мозг сомневается, так и должно быть. То есть вы пишете убеждение, которое вам нужно для улучшения вашей жизни. И начинаете искать примеры. И говорите,
А есть вот хоть один порядочный? Ну ладно, все сволочи, хорошо. А есть хоть один порядочный? Ну ладно, есть один там какой-то, нашли, записали. Ну ладно, а хоть два порядочных есть на всей земле? Есть два, нашли там, да, скрипя всеми этими. Записали. А есть еще один какой-нибудь? Есть, ладно, хозяйка, есть еще какое-то там исключение. Записали. Вот это вот работа. И сначала, конечно, подтверждение нового убеждения, оно идет очень туго, потому что оно новое. Мозгу нужно работать. Во-первых, мозг не хочет работать, он очень ленивый. Его задача сберечь энергию. Вы там можете своей ерундой заниматься, у вас какие-то мечты, новые убеждения, старые убеждения. Его задача сохранить энергию. Когда он много думает, он ее расходует, поэтому он думать не хочет, он тебе говорит, вот эти правила, у тебя есть 150 тысяч примеров, что все мужики скоты, что ты напрягаешься, хозяйка, давай жить дальше, ну как бы ты права абсолютно. Поэтому, во-первых, мозг ленивый, во-вторых, задача вашего бессознательного сохранить вас там, где вы находитесь, как бы вам там плохо не было, как бы вам не казалось, что... Ну как здесь мне может нравиться? Это все ужасно. Здесь все ужасно. Как же мне может это нравиться? Но задача бессознательного сохранить вас на этом месте, потому что, по крайней мере, все знакомо. Нет опасности. Мы уже этот лесок знаем. Мы знаем всех врагов, мы знаем всех друзей. Мы знаем, как себя вести, у нас ежедневный ритуал, у нас там все плохо в личной жизни, у нас там все плохо на работе. Мы там по субботам плачем в одиночестве, например, там по воскресеньям мы с подружками пьем чай, у нас ритуал, все известно, нет никаких опасностей. То есть вот по этим причинам, по одним, да, в частности и по ним, мозг не дает меняться, он сопротивляется. Поэтому что делать? Ну, зависит от целей. Хотите перемен к лучшему, да, хотите перемен, придется поработать, больше никак. Хотя, конечно, есть такие волшебные карты, еще раз повторюсь, удивительные, когда просто хоп, смотришь, человек взял и играючи. А ну-ка, поживу я с этим. Вот на своем опыте я знаю, что большего успеха добиваются женщины-достигаторы, конечно же. Когда она встает рогами и говорит, где... Что делать, сколько копать и куда кидать. И как бы ей ни говорил, относись играючи, потому что для психики твоей лучше снизить важность и отнестись к этому как к игре. Для нее нет игры, для нее все серьезно. Если она вкладывает свое время, значит это серьезная работа. Все, отойдите все, я пошла. Так, дайте упражнения, все, буду делать. И задача помощника, консультанта, поддерживать настрой, потому что это нормально, когда мы начинаем меняться, сначала мы узнаем много нового, мы вдруг узнаем новые языки описания, мы понимаем вдруг, да, что, как, где, что мы можем что-то сами даже передвигать и менять. И у нас начинается рост. Хотя бы даже рост, знаете, какой? Как это, эмоциональный подъем. Я поняла, теперь я знаю, что делать. Все, подъем, подъем, подъем. А потом застой, или даже спад, или откат назад. Это нормально. И вот главное в такие моменты самому себя поддерживать. И говорить, да это нормально, я учусь ходить, все нормально. Нужно просто это пережить и делать, 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 делать. Just do it. Все, мне нужно... Делать, делать, делать. Количество усилий обязательно перерастет в качество. Обязательно. По-другому не бывает. Обязательно перерастет в качество. Поэтому делайте, 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 не ожидая результатов. Во многих процессах, во многих из этих процессов, вот как раз задача делать, 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 и не ждать результатов, не смотреть, ну где же ты, звезда моя, когда ты засветишь, наконец-то, я не могу уже, у меня нет, не хватает терпения, ну когда уже закончилось? Нет, просто воспринимать, вот это моя жизнь, она такая, а здесь я еще начала работать над собой.
И задача на данный момент просто работать. Вот работать, работать, работать. Потому что если каждый день, что называется, надеяться, а к вечеру говорить, ну вот опять не случилось, то так голова не выдержит, очень тяжело. И следующие, да, девушки, которые тоже, вот первые женщины-достигаторы, которые начинают, и просто у них очень много ресурсов. Они привыкли достигать цели, вот сама взяла, хоп, и никакие, как это, никакие попутные ветры, не, как это, не то, что попутные ветры, никакие ветры в лицо и течения не сметут ее с пути. Они классные, я их обожаю. А еще девушки такие хорошистки, отличницы, которым сказал, делаю упражнения. Делаю упражнения 21 день, потом там делай 3 месяца, делай полгода. И она будет делать, 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 делать. И у нее будет успех. И еще есть такие чудесные личности, которые... Вот что-то там у них в голове происходит, им просто показал, они сами даже, сама не поняла, но вот оно так случилось. Поэтому, кто вы? Если вы тот, кто должен трудиться, значит, нужно потрудиться, чтобы добиться цели. Поэтому желаю вам большой удачи.